О, мам, а что ты делаешь? Я макияж накладываю. О, а я тоже хочу. О, сколько у тебя тут интересненького. Мам, а можно мне тоже покраситься? Но-но-но, это для больших девочек. Ну, мамочка, ну хоть чуть-чуть. Я ж сказала нет, не мешай. Ну все, готово. Мама, полюбуйся. Нет, 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 так дело не пойдет. А ну марш умываться. А по-моему получилось красиво. Иди, иди, есть у меня другая идейка для тебя. Куплю-ка я для Яси этот набор. Ясь, ну что, ты умылась? Иди скорее сюда. Ну вот, я умылась. Мамочка, а зачем ты меня звала? А у меня для тебя сюрприз. Детская косметика. Вот ей как раз и учись пользоваться. На, доченька, держи. Детская косметика? Ничего себе! Спасибо, мамочка! Пожалуйста! Будем учиться! Садись сюда скорей! Он же похож на телефончик! Даже зеркало есть! На веки мы наносим чуть-чуть теней! На щечке немножко румян. Ну вот, ты практически готова. Осталось только лак нанести. Сделаем тебе маникюр. Ну все, ты готова. На-ка, полюбуйся. А мне эта косметика больше нравится, чем мамина. А мне ты нравишься вообще без косметики. Ты у меня такая красавица. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, поддержите нас и подписывайтесь на наш канал.
Ну все, почти готово. Молодой человек, просыпайся. А что, все уже готово? Конечно, готово. Приготовьтесь, открываем. И хопа. Вы что со мной сделали? Да домой вы стелись. Вам учиться надо. Ничего не выходит, надо идти в школу. Можем, пожалуйста, я буду учиться? И это правильно. Надо всегда всему учиться. Ребята, а вы ходите в школу? Обязательно учитесь. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока.